Ребята, всем привет! Добро пожаловать в третью часть обзора новогоднего декора 2025 из магазина «Леруа Мерлен» или «Лемана Про». Эта часть небольшая, дополнительная и незапланированная. Дело в том, что немного материала было утеряно, затем чудесным образом восстановлено и сейчас представлено вам в качестве третьей дополнительной части. Можно было вам ее, конечно, не показывать и ограничиться двумя предыдущими, но я это все снимала для вас, поэтому было принято решение опубликовать потерянный материал. Итак, всем приятного просмотра!
Ребята, это была последняя часть обзора новогоднего декора 2025 из магазина Леруа Мерлен или Лемана Про. Я от всей души благодарю вас за просмотр. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх и напишите какой-нибудь комментарий. А также подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. И еще, первая и вторая часть обзора давно на канале и очень ожидают вашего просмотра. А на этом я заканчиваю, дорогие мои. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.